Я еще не начал играть в эту игру, но уже хочу сказать, что я ее ненавижу. Чую, пердачело подгорит знатно. Хей-йо, братва, с вами Фрид, как дела? И добро пожаловать в игру «Мужик в коробке». Русская локализация. Сюжет прост. Мужик в коробке. Ему надо наверх. Но думаю, перед тем, как мы начнем, в этот ролик попадут вот эти ребята справа. А если вы хотите так же, то все очень просто. Спуститесь в комментарии и оставьте свои комментарии. Все. Все супер просто, максимально. Простецки не бывает просто. Ну а сейчас мы надеваем антификсик прибор, кто его помнит. Это чтобы не заразиться фикси болезнью. Включаем лампу. Не включай, взорвется! Отлично, работает. Один раз она у меня уже вылетела, надеюсь, это был первый и последний раз. Что у нас по управлению? Английский, а есть русский? О, есть русский, отлично! Короче, мужик в коробке, погнали. Так. Угу. Ну, это, судя по всему, мы. Или мое будущее через пару лет, когда я облысею. Но пока что все нормально. Используйте мышку, чтобы прыгать. Это я умею. Это меня учили. А. Прикол. Прикол. Все вроде бы понятно, до жути. Но ничего не понятно. Чем выше мы поднимаем мышку, тем выше мы прыгаем. Также вы можете прыгать по стенам. Звучит потрясно, только я не особо умею прыгать по стенам. Как это сделать? Что вы от меня хотите? О, нормально. Ненормально. Как вы поняли... Да фокус! Как вы поняли, это внебрачный сын чувака, который сидел в котле. Только теперь он сидит в коробке. Отлично. Не отлично. Да как запрыгнуть? Да ё-моё. Да пошел ты на... Этот ролик будет всего-то на пару часов. Ну пожалуйста, ну запрыгни. Всем сердцем тебя прошу, дурацкая коробка. О, да, нет. За что? Лёша 21 годик, так и не научился прыгать в коробке. Хорошо, ладно. У меня возникает один простой вопрос. Как он это делает? То есть есть мужик, который сидит в коробке. И скорее всего он использует свои пальцы, и они очень накачаны. Или у меня есть еще одно предположение. Возможно, это живая коробка, которая его съела. А он барахтается в ней и пытается выбраться. Но такого, по-моему, не бывает. Господи, так далеко еще никогда не заходил. Так, все, сейчас врубай голову. У тебя есть голова, у коробки ее нет. Мы должны вытащить. Пожалуйста, не паркуйтесь на улице. Да я и не собирался, я коробка. Нет, нет. Соберись, ты снова здесь. Что это может означать? Это может означать, что ты можешь прыгнуть вверх, но это тебе ничего не даст. Ты приземлишься на эту же точку и, скорее всего, даже заденешь знак и улетишь назад. Это нам не надо. Нам надо вправо. Я так сильно даже на математике не думал, как сейчас. Ладно. Нет! Коробка! О, я нашел способ балансировать. Отлично. И сейчас надо мега-прыжок. Было неплохо. Но я все запорол. Что нужно сделать, чтобы перепрыгнуть это сложное препятствие? Во-первых, нужно включить голову. Зачем коробке голова? Зачем в этой игре вообще? Оно само собой получилось, я доволен. О, музыка врубилась спокойная. Она как бы у меня запись вырубилась. Как бы не круто. Карта 1 заполнена. И что мне с тобой сделать? Запускай карту 2. Ну ё-моё, я только что дошел до следующего этапа. Дурацкая коробка. Потребовалось немножко времени и усилий, но все вроде как надо. Ладно, все, дебильные провода, уйдите, у меня тут вилка. И я, кстати, преодолел это препятствие как надо. Кстати, пока я тут все настраивал, музыка пропала. Вот отстой. Чем выше ваша скорость, тем меньше сила ваших прыжков. Ага, мне не важно. Мне главное запрыгнуть. Пусть будет сильный прыжок, но медленный. Или быстрый прыжок, но слабый. Окей, понеслась. А, господи. А знаете что? Если этот ролик наберет 10 лайков, я знаю, вы можете, то я попробую пройти эту игру все-таки до конца. Я уверен, я ее не пройду в этой серии. Так что даже не надейтесь. В этой серии будет только бомбеж. А может быть немножко даже прохождение. Я очень надеюсь, что я смогу пройти. Да. Фух, окей. Мы нашли тут сейф-зону. А знаете, что это значит? Время подписаться. Если ты тут впервые, то почему бы тебе не подписаться? Прямо сейчас спускайся и нажми кнопку подписки. Мы любим новичков. Островок безопасности. С тобой было круто, но нам пора расстаться. Потому что я иду наверх. Господи, я так далеко еще не заходил. Нет, нет, это срок безопасности, братан. Братан, ты мне был как брат. О, отлично. Отлично. Слушай, а может быть я все-таки пройду эту игру? Шансы есть. Ну-ка. Двойной прыжок тут сделать можно, но он не нужен. Надо отпрыгнуть, я понимаю. Я все понимаю, логика игры просто прозрачная. Ладно, пробуем очень быстро. В самый верх, правильно? Прыжок.
отпрыжок! Прыжок, отпрыжок! Прыжок, отпрыжок! Прыжок! Островок безопасности! Господи, я ему должен денег! Потому что он меня спасает уже сколько раз. Я должен его как-то отблагодарить. Нет! Островок безопасности, ты не получишь моих денег! Моих грязных денег от моей грязной коробки. Ладно, попытка номер... Да уже бесконечность! Сколько можно прыгать? Хватит, давай камень! Камень, я тебя ненавижу! Вот увидел бы этот камень в жизни, руку бы об него разбил бы. Обязательно. Просто зуб даю. Ой, господи, боже мой, как я должен это сотворить? Мне нужен Гарри Поттер, который колдует вне Хогвартса. Да как это сделать, ё-моё? Погнали! Коробка, погнали! Тупая коробка, тупая коробка, тупой коробки. Ладно, я дохожу до холодильника, и на этом как бы все заканчивается. И мой фокус тоже. Но вот в чем вопрос. В реальной жизни у меня на этом все не заканчивается, как вы видите. Но в игре почему-то все заканчивается. Холодильник, мы с тобой друзья. Давние, очень давние. Ну ты, брат... Я больше не буду есть из твоего холодильника. Из тебя. Что? Бред. Это тупо бред. Как мне пройти это... Да! Нет! Ну же, жопа ты! Коробка, ты жопа! Нормально, идем! Идем, потому что можем! Вернее, ползем! А еще вернее, прыгаем! Ё-моё! Ладно, окей, давайте сделаем выводы о том, что происходит на экране, да? Скорее всего, я просто спешу. Очень. Куда-то. Наверное, к холодильнику? Нет, ошибаешься. Все не так просто. Я никуда не спешу. Вообще никуда. Я готов здесь хоть день сидеть. Весь. У меня целый день свободен. Я могу коробку эту стачивать об этот камень. Хоть целый день. Но мы так игру не пройдем. Ладно, прыгаю, прыгаю. А, смотри, на секундочку. О, вот оно что. А я могу много раз прыгать? Нормально? Это может сработать? Это может сработать? Раз, два, три. О, господи, боже мой. Тупая вилка, тупая коробка. Я устал и хочу сделать перерыв на вопрос дня. Если бы вы стали коробкой, что бы делали вы? Напишите в комментариях. Например, если бы я стал коробкой, я бы построил бы из себя Бугатти. Да, было бы классно. Считайте, я был бы Леха Бугатти. Звучит круто и перспективно. Только эта коробка выглядит как кусок бомжарского камня. Тупая коробка с тупым лысым внутри. Ничего не имею против лысых, лысые классные. Но у меня, судя по всему, с ними не вяжется. И с коробками. С коробками и лысыми. Возможно, скоро я сам стану коробкой и лысым. Нормально. До такого мы еще не доходили. Нет, не покидай холодильник. Не покидай холодильник. Сражайся за этот холодильник. Крепись, крепись, коробка. Друг мой, брат. Держись за этот холодильник обоими руками. У тебя нет рук. Да! Чекпоинт. Окей. Господи. Ладно, надо сейчас аккуратненько подпрыгнуть сюда. Аккуратненько. Маленькими шажками. Мы понимаем, что эта яма, она как бы ведет пропасть, да? И все это потеряет смысл, если мы сейчас упадем, и на этом все закончится. Прыжок веры! Еее! Мужики! Мужики! Нет! Нет! Держись! Держись! Братан, держись, сказал! Пожалуйста! Окей, что мы имеем? Мы в коробке. Рядом с другой коробкой, на мешке. Я всегда об этом мечтал. Нет! Да иди ты просто в сра... Как играть в эту игру? Как с ней сражаться? Почему врубилась эта музыка, которая дает понять, что... Братан, все нормально. Успокойся. Это всего лишь коробка. А ты всего лишь человек. Тебе не стоит париться о таких вещах. Не парься. Просто коробка. Картон. Не более того. Возьми себя в руки. Или... В ноги. Просто прыгай, и у тебя все получится. Это как на ютубе. Если у тебя что-то идет не так, ты просто прыгаешь и вскарабкиваешься вверх каждый раз. А потом ты не снимаешь 2 года и падаешь вниз. Это нормально. Это так и должно быть. Так запланировано. Слушай, уступ, я понимаю, что мы братаны, и я у тебя тут завис ненадолго, но я бы хотел бы пойти дальше. Мне надо наверх! Мне надо к высотам, к новым роликам, к ТикТоку! Тик-тик записать, пожалуйста! Да ё-моё! Господи, бочка, ты тут неспроста. Ты как бы меня проклинаешь. Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Ну ё-моё! От тебя говной воняет. Я не хочу. Я не хочу. Ну я не хочу. Ну, хочу. Вернее, я хочу наверх. Да, я точно хочу наверх. Уступ, прощай, глупуст.
Прощай, глупый уступ. Мы увидимся в следующей серии, потому что, скорее всего, я не пройду дальше. А, тупая игра, тупая коробка. Но на самом деле, я вам скажу так, у меня не бомбит. Это даже немножко успокаивает. По мне видно, что не бомбит, правильно? Если бы еще фокус не пропадал, было бы вообще замечательно. Окей, ладно, еще давайте пару попыток. Давайте я до трех попыток играю. Да, все, три попытки. Как пойдет, так пойдет. Пошло не очень. Вообще, на самом деле, не пошло. Я бы сказал, бы попрыгало. Прыгается вообще отстойно. Ну давай же. Да! 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 Нет! Да и... Да блин. Да! 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 Нет! Нет! Да! 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 Нет! Да! Нет! Да! Да! Нет! Да! Может, да? Нет! Все, последняя попытка. Мы мужики или коробка? Я не понял. Да, блински. Ну, ну. Не падай. Отлично, отлично. Да, 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 нет, да. Да как это сделать? А может, раз-два? Раз-два-три? Нет. Раз-два-три-три. Да, я понимаю, я не понимаю. Да, я понимаю. Я понимаю, я теперь понял. Я понял, что я молодец. Прыг, 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 прыг. Давай еще немножко. Еще немножко. Тык, 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 тык. Просто по сантиметрику. По сантиметрику. Давай, 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 давай. Давай еще немножко. Еще. И понеслось. Нифига. О, ой, ты в срак. Но на этой прекрасной ноте и прекрасной музыке мы заканчиваем этот эпизод. Надеюсь, вам понравилось. Если так, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и вот тут вот ролики появились. Почему бы тебе их не посмотреть? Они классные, я рекомендую. Наверное. Наверное, классные. Они бы тут не появились, не будь они классными. Ну, а с вами был я, Фрид. Всем удачи, всем пока.